Дубан. Программа о городских проектах. День на часах 12.06. Это программа «Урбан». В студии Светлана Занько и Владимир Сметанин. Как сделать наш город лучше? Слушайте «Урбан». Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам в 11.06. Сделаем наш город лучше. Вместе с системой «Глобус». Ну и, конечно, с нами наш гость Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат законодательного собрания Кировской области. Второй час у нас, может быть, в целом какие-то итоги первого часа подведем, то, да, ну, о чем во-первых, мы сказали. Да, ну, во-первых, надо сказать, что Денис Крутихин не придет сегодня. Это председатель совета директоров компании «Кировские ССК» не придет сегодня. Денис Леонидович заболел, мы ему желаем выздоровления. Да, ну и завершили мы первый час включением Элизы Левухина, генерального директора «ЯУЗа проекта», вице-президента Союза московских архитекторов, который прокомментировал состояние центра города Кирова и пояснил свои тезисы по поводу того, почему центр необходимо развивать, доуплотнять, застраивать, и даже он выдвинул тезис о том, что Киров мог бы быть городом, который, используя свои полезные ископаемые, можно сказать, да, свой ресурс лесной, мог бы исторический центр сделать уникальным, надстраивая, достраивая строение из деревянного бруса. Да, как это делается сейчас в Европе, в Америке. Мы делали такие эфиры по деревянному домостроению пару лет назад, когда еще законодательство Российской Федерации не было столь удобным для деревянного домостроения. Сейчас идут серьезные подвижки, в том числе и этажность увеличена. И я вот постоянно слушаю новости из Московской области, где целые поселки и пригороды возникают уже из многоэтажек деревянных. И даже вот вчера в программе у Ани Лапшиной в дайджесте недвижимости там даже деревянные плавучие сейчас деревни будут делаться на полном серьезе, несколько штук. И Киров, который мог бы стать лидером вот в этом, имея свои комбинаты, пока что не использует этот ресурс, и мы даже договорились, что мы сделаем разворот на бизнес на эту тему, пригласим наших владельцев предприятий по деревянному домостроению и производству этих материалов. И я знаю, что Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области, постоянно делает на этом акцент, что необходимо развивать переработку и производство готовых каких-то изделий, а не только гнать лес там, да, вот, куда-то, например, в Китай, я не знаю. Но давайте мы спросим нашего гостя, у Дмитрия Сергеева, что вы услышали ценного. Вот вы очень часто кивали, когда говорил Илья Залевухин, соглашаясь, видимо, с тем, да, о чем он говорит, что вот ценного вы вынесли. С чем соглашались? Во-первых, тезис такой, что все-таки локомотивом здесь должна быть муниципальная власть. Mm-hmm. То есть от нее должны исходить, скажем, первый шаг первого слова в этом направлении. И он здесь важный момент подчеркнул, это правило землепользования и застройки, ну, в частности, города Кирова. То есть, вот, на мой взгляд, это должен быть план развития, а у нас на сегодняшний момент это констатация факта того, что есть на сегодняшний момент. И вот в этом... Поясните еще более простым языком. То есть, на сегодняшний момент правило землепользования и застройки содержит карту-схему, где отражены каждый земельный участок, каждая территория, и определены регламенты, что на этой территории может делать собственник. По этим участкам просто. Да. Угу. Такое лоскутное одеяльце, да, и каждому, да, лоскутку, да, свои правила. Да. Угу. И, соответственно, менять эти правила только через процедуру публичных слушаний. И вот в этих правилах у нас отражена ситуация, которая есть на сегодняшний момент. А никак не отражена та тенденция, то направление, которое бы город хотел бы изменить. То есть, ведь не обязательно, что использование сегодняшнего земельного участка должно отвечать требованиям, которые мы закладываем в завтрашний день. И вот это как раз должно быть в правилах. У нас этого нет. У нас нет стратегии развития города. Абсолютно верно. У нас нет генплана современного города. То есть вот недавно мы узнали как раз на урбанистическом форуме, что отложена разработка генплана города, который нам Новосибирский институт должен был разрабатывать, потому что будут разрабатывать генплан агломерации. Да? А как же город? Да, я правильно понимаю, если вот эти правила наложить на генплан, вот получится, возможно, тот самый документ, о котором мы говорим. Генплан, нет? Генплан, правила на основании генплана разрабатывают. А, то есть это наоборот. Да, как бы разные ступени документов.
Я хочу процитировать вот то, что говорил на форуме Илья Заливухин о стратегии развития города. Существует мировой подход к качественному компактному развитию существующего города, то есть реорганизация территорий. Каждый клочок земли используется, развито пешеходное движение, общественный транспорт, развит бизнес. Это все очень сложно выглядит, но надо понять, что стратегии развития должны быть комплексными. Что это за стратегия? Первое – социальное. Нужно понять, кто эти люди, как они живут, какие у них требования, то есть подготовить техническое задание. Вторая стратегия – экология и инженерия, то есть подготовить технические задания. Вторая стратегия это экологический каркас города и природоподобные технологии, которые будут работать совместно с инженерными коммуникациями. Третья, четвертая – стратегия транспорта и стратегия зонирования. Зонирование – это очень важно. Это четкое разделение на частные и общественные территории и территории, которые не могут застраиваться и которые, наоборот, могут развиваться. И последняя – стратегия экономики и управления. Вот у меня сложилось такое, коллеги, впечатление, что именно из-за того, что у нас отсутствует комплексная стратегия развития Кирова как территории, учитывающая все элементы – социальный, экологический блок, инженерный, экономический и управленческий – и мы развиваемся вот так вот хаотично, так, такое бромовское движение у нас здесь в городе. И постоянно возникают дискуссии, споры, недовольство, люди не садятся за один стол, потому что просто не понимают, а куда мы идем, да, и чего мы достигнем. А идем ли мы? И вообще идем. Ну, кстати, идем надо вспомнить, да, что в процессе нашей беседы Дмитрий Валерьевич такое резонное замечание сделал, да, вы хотели пояснить, что вот этим развитием комплексного центра, вот этим уплотнением, дабы не вызвать отторжение, нужно тут пояснить. Да, то есть... И что не только этим... Не только этим нужно заниматься, да. То есть и... Давайте начнем с того, что есть историческая часть города, есть центральная часть города, о которой мы говорили, но есть еще и часть города, которая была построена там в 70-е, 80-е, может быть, даже 90-е годы, которая тоже должна претерпевать изменения. И есть те территории, которые нужно все равно вовлекать в строительство разного рода объектов, не только жилищного фонда, но и социального, и создавать там рабочие места. То есть вот не только центр доуплотнять, но и вширь тоже, что называется, тоже двигаться. Причем это не обязательно может быть многоэтажное, это может быть и малоэтажное, может быть и среднеэтажное. Почему я делаю акцент на среднеэтажном? Все-таки у нас... А среднеэтажное это сколько? Ну, это таунхаусы, то есть там 4-5 этажей, скажем так, у нас по нормативам. То есть у нас все-таки стоимость жилья и еще стоимость эксплуатации жилья не самая дешевая к уровню наших заработных плат. Поэтому вот это направление, оно будет востребовано с точки зрения потребителя. Почему? Потому что другого источника финансирования строительства жилья на сегодняшний момент в нашей стране пока нет. Поэтому как, скажем, уплотнять центр, так и развивать вширь, все равно город нужно. Но как вы подтверждаете слова Заливухина, что вширь надо строить все-таки частные дома, малоэтажки и среднеэтажки? Я бы с этой концепцией согласился. Единственное, у нас есть хорошие примеры реализации данных проектов уже на территории города Кирова. Почему бы их дальше не двигать? Железно, да? Да. Вот мы сейчас попытаемся связаться. Позже, да, будем говорить связаться подробнее. С Юрием Захаровым тоже нет в городе. Надеемся, что на связь получится. И вот, кстати говоря, на одном из предыдущих эфиров. А здесь у нас Павел Шахалеев, да, представитель руководитель группы компании «Новый дом». «Новый дом». Он как раз и говорил, что зайдя на территорию Кирова, железно задало новый тренд, и тогда с ним застройщики не соглашались про эти малоэтажные пригороды, да. А сейчас мы видим, что там жилье продается на корню практически, и люди покупают это жилье. А соседствующие с ним многоэтажные районы пустуют. Вот. Ну, здесь рынок, наверное, сам будет отрегулировать, что больше строить, малоэтажки, среднеэтажки или многоэтажки, в каком районе, да, то есть плюс экономика. То есть вот здесь, наверное, создать правила игры, определить тренд, который есть, да, а дальше уже сама как бы жизнь заставит нас делать то, что будет пользоваться спросом, и то, что мы можем сделать в рамках тех правил, которые установлены государством. А вот развитие темы, что делать с теми кварталами, теми микрорайонами, которые созданы уже на территории города Кирова. Последние 10 лет, да? Пригородные микрорайоны, да. Многоэтажные. Я считаю, что они должны все-таки насыщаться инфраструктурой, создаваться рабочие места, и причем опыт у нас такой есть, да, то есть
есть возьмите район, скажем, Филейки, и возьмите центральную часть города. Ведь Филейка живет, ну, скажем так, обособлена своей жизнью, и это неплохо, да, то есть мы один город, но центры притяжения, они все-таки находятся, ну, скажем, максимально в пешей доступности или в каком-то небольшом удалении, чтобы было удобно, не нужно было ездить через весь город. Прервемся на полторы минуты, попытаемся в это время связаться с Юрием Захаровым, генеральным директором девелоперской компании «Железная», продолжим обсуждение тезиса о том, что можно и нужно уплотнять городской центр и на окраинах города строить малоэтажные микрорайоны. «Урбан» – программа о городских проектах. Да, продолжается программа «Урбан». Перспективы развития Кирова, уплотняющая застройка центра или расширение границ города, мнение девелоперов. Ну, с девелоперами нам сегодня не очень повезло, с большим их количеством. Денис Крутихин заболел. Я так понимаю, что Юрий Захаров пока с нами не на связи. И многие находятся, кто на заседании городской думы, кто значит, в отпуске, кто в командировке. Если вы девелопер, позвоните самостоятельно, 211-101. Да, тут, мне кажется, надо сообщить, что проголосовали только что на Гордуме, проголосовали за концессию, Володя? Да, новости читаю. Вот последнего времени, новость, появившаяся менее часа назад, депутаты проголосовали за концессию большинством голосов. Они приняли вопрос о даче согласия администрации Кирова на заключение концессионного соглашения, которое подразумевает передать объекты теплоснабжения, находящиеся в собственнице муниципалитета, энергетикам. Пауты плюс. Ну, кстати говоря, Илья Заливухин об этом говорил, когда говорили о центре, и ты у него, Володя, уточнял, что значит давайте все сделаем в центре, а потом пойдем на окраины. Вот он как раз говорил, что необходимо центр города, а мы уже поняли, что это не только историческое поселение, это гораздо шире, да, необходимо привести его в полный порядок, зонировать, разработать стратегию, переложить все инженерные сети, сделать экологический каркас, причем он делал акцент, что экологический каркас города не просто озеленение ради красоты, а именно там, с учетом экологии, настолько же важно и равноценно в приоритетах, сколько и инженерные сети. Но что касается инженерных сетей, то здесь мы тоже много об этом говорили, они в ужасающем состоянии в городе Кирове, просто в страшном. На протяжении многих лет об этом говорила и ПАО Т+, и сама администрация, и все никак не решались заключить вот эту самую концессию. И там, конечно, тоже много сложностей и проблем, но согласны ли вы, Дмитрий, что вот на первоначальном этапе прямо сейчас нужно сделать весь город, вот весь центр, переложить все теплотрассы, и если да, то почему? Этот вопрос, конечно, актуален. Мы сами видим, что весь город у нас разрыт перед началом отопительного сезона. Не надо здесь быть утопистом. Каждый год и нон-стоп. Весь год. Ну, тот самый центр города, о котором мы говорим. Чтобы, скажем, там, за год, за два, за три мы с этой задачей справились. То есть нужно было искать пути решения данной проблемы. Да? То есть вот концессионное соглашение – это путь, по которому нужно будет идти. Сколько этот путь займет по времени? 3, 5, 10 лет. Ну, да? на 35 лет. Ну, это как бы это концессия, да? Но это не значит, что там 35 лет они все будут как бы перекладывать в центр города. Да. Угу. То есть вопрос об этом стоял очень давно. То есть вот те соглашения, которые были в городе по аренде, они практически не работали. То есть мы видели, что муниципальное имущество, оно просто приходило в упадок, и а сети были муниципальным сети имуществом? Есть собственность, скажем, если здесь конкретно говорим, есть ресурсников, есть муниципальное, но в большей степени износа все-таки это муниципальных сетей. То есть вот как раз путь решения данной проблемы, я не скажу, что он хороший или плохой, здесь я не буду давать оценку, а то, что он найден, и то, что по нему начали двигаться, это хорошо. Ну вот смотрите, мы почему об этом говорим, о важности этого? Ведь вот сейчас, в последнее время, особенно когда большие федеральные программы начались, там, безопасные качественные дороги и комфортная городская среда, вот просто правда сердце кровью обливается, когда ты видишь, какие огромные деньги льются и вкладываются в асфальт или в там в Кочеровский парк, который символ уже стал, мне кажется, да, того, как мы используем средства, и как это все потом проваливается под землю из-за того, что гнилые сети, и снова вбухиваются деньги, и вот так, и ничего не меняется, вот
оценку хозяйственности и стратегии можно вот дать буквально каждым куском земли этого города. И это большая беда. Вот здесь уже не приходится говорить о том, что у нас нет денег, потому что даже то, что в нас вливается, оно просто просачивается, да, как песок просто в зыбучую яму. И это ужасно. И это тоже ведь итог того, что нет стратегического развития. Нет стратегического развития. Только это. Только это. Наверное, это и основная причина. А как, Николай, кстати, с точки зрения застройщика, да, уплотнения центра, вот ты получаешь участок, где вроде бы сети рядом, тянуть ничего не надо, вот бери, подключайся. Или тут дополнительные какие-то огромные главная боль? Нет, головной боли здесь нет. Эти правила все-таки не регламентированы на федеральном уровне. Uh-huh. Это заключение договора на технологическое присоединение. Причем в основном плата за ресурс берется с единицы ресурса. То есть за куб, за киловатт, за гигакалорию. По воде там есть небольшие изменения, по всем остальным за единицу. И неважно, где ты подключаешься, на окраине, либо в центре города, ты платишь одну и ту же цену за единицу ресурса. Uh-huh. А дальше уже задача ресурсоснабжающей организации осуществить твое подключение, то есть довести трубу, кабель до границы твоего земельного участка, либо, может быть, даже до границы, до стены дома. То есть эти правила, они расписаны четко, контролирует их ФАС, прокуратура, то есть здесь и у застройщика, и у ресурсоснабжающей организации, скажем, правила игры точно есть. То есть тут все понятно, да? Тут у вас претензий никаких нету. Но как, проблема только одна. Ты, конечно, можешь вписаться, врезаться в эту трубу, но сама-то труба дырявая, как решето. Это вопрос уже ресурсоснабжающей организации. Да. Они тебе дали возможность врезаться в эту трубу, либо они ее переложат, а потом дадут тебе возможность ее врезать. Угу. То есть... Простите, сейчас вот глупую вещь, может, скажу, а взять на себя застройщику хотя бы чистить замена каких-то коммуникаций. Мы платим за это деньги. Ага. А собственник этих сетей, собственник поставки ресурса, он уже определяет, что... То есть здесь, я думаю, что, наверное, правильно, потому что мы не владеем той информацией, мы не владеем той ситуацией, которая поэтому... Ресурсу, вот конкретно по этой сети. Да. Как... То есть, может, ему надо не здесь, может, ему надо там за два квартала что-то сделать, и чтобы было все хорошо. То есть здесь все отдано тому, кто этим управляет, тот, кто обязан этот ресурс поставлять. Угу. Смотрите, но тем не менее, вот мой вопрос остается все-таки, согласны ли вы с тем, что сейчас, например, в течение ближайших 3-5 лет можно максимальное внимание уделить именно большой территории большого центра Кирова? И умыть этого ребенка, сделать все, сделать зонирование и провести социальные исследования социологические, да, выявить социальные потребности горожан, по каждой зоне присвоить некий статус, понять, как там должен развиваться, например, бизнес, как должна развиваться там транспортная сеть, экологическая сеть, вбухать туда деньги по инвестпрограммам или по концессии, по инженерным сетям, убрать провода под землю и прочее. Или это невозможно сделать? И надо так это... Умыть ребенка, это не означает, что не нужно делать нового. Ну, да? Давайте я поясню, почему тут ребенок звучит. Это слова Ильи Залевухина, которые прозвучали на Урбан-форуме. Он там вспомнил этот анекдот про грязного ребенка, этого отмыть или новых наделать. Давайте этого он сказал, да? Начнем, да. Отмоем. Я бы здесь не исключал, что одно исключает другое. То есть нужно заниматься как центральной частью города, так и смотреть расширение его вширь. То есть новые микрорайоны, новые участки земли, их все равно нельзя забрасывать. Почему? Потому что потребность в жилье у жителей города, оно есть. Почему это оно есть? Это накопившаяся, скажем, за предыдущие годы потребность, которая была не реализована. Слушайте, но вы сами говорили, что у нас рынок жилья 2 года стагнировал, пустые стоят дома, непроданные квартиры. Это не означает, что у людей на сегодняшний момент есть возможность свою потребность реализовать. Да, но механизмы появляются. То есть та же ипотека, снижение процентных ставок, она все больше людей вовлекает в эту... Уже не снижаются. Но, во всяком случае, они исторически низкие. Да? То есть у нас там 10% никогда не было. Поэтому люди так или иначе все равно будут улучшать свои жилищные условия. Поэтому... Без социальной и инженерной инфраструктуры. Мы сейчас говорим о потребителях. То есть вот потребитель, он все равно будет рассчитывать на те денежные средства, которые у него есть, и он будет под эти денежные средства подбирать себе... И жить в чистом поле в многоэтажке. Может быть так, чем жить по 5 человек в однокомнатной квартире с подселением, да? Мы сейчас говорим о том, что если мы умоем центр и все здесь делаем, здесь возникнут в том числе и жилье. Это не значит, что здесь возникнет дешевое жилье.
То есть оно все равно будет в априори дорогое. Ну, смотрите, тогда все-таки мы возвращаемся к той же системе, которая существовала у нас долгие годы. В чистом поле, в глиняной. Но это не значит, что в чистом поле должна быть там 25-этажка. Растут многоэтажки, а они у нас растут, а эти многоэтажки. Без инфраструктуры, без общественного транспорта, без поликлиник, без школ и прочего. При этом это должен все делать город, всю эту инфраструктуру, у которого не хватает денег ни на центр, ни на районы. Вот я тогда, мы возвращаемся на ту же самую точку, Дмитрий. Нет, я думаю, что развиваться должна как и окраина города, так и центр должна, города. Но должна, но можем ли мы это сделать? Но пока что город ни с тем, ни с другим не справляется. Пока я не знаю как бы вот возможности города в этом направлении. Но как вы не знаете? Не знаю, работаете. Не знаю, какие возможности есть у него для решения данных проблем. Почему? Потому что реновация, скажем, города, самой исторической части, она не может пройти быстро, одномоментно. Это процесс очень длительный, он растянется на десятки лет. То есть это не по щелчку пальца все произойдет. Строить в чистом поле гораздо проще. Причем это проще. Я понимаю, что вам строить в чистом поле проще. Никак. А потом предъявлять, значит, городу, что это мы построили в глиняном поле дом, а вы нам давайте тут все остальное тяните. Причем проще не только застройщику, но и проще муниципалитету. Почему? То есть смотрите тенденцию последнего времени. Когда у нас появляются деньги на школы и детские садики, их строят не в центре, их строят на окраинах, да, то есть в новых микрорайонах. Почему проще построить детский садик там на 200, на 300 там, на 500 детей, да, школу на тысячник, это меньше затраты на одного обучающегося либо на одного воспитанника, и сразу такой большой объем детских мест в дошкольных либо школьных местах появляется. Это сложнее. Да, при этом отсутствие рабочих мест для родителей этих детей, при этом отсутствие социальной инфраструктуры, чтобы там можно было и время проводить, и не выезжать в центры, и весь комплекс проблем, который возникает в связи с этим строительством. Вот если хотите, я... Так, что мне сказали? Если хотите, я свой пример могу привести, он, по-моему, яркий тут вписывается. Я проблему с собственным жильем решал ровнёхонько год назад. Я изначально понимал, что я категорически не хочу ехать в новый микрорайон. Да, за те деньги, за которые мы приобрели, я мог приобрести более новую. Но я, не хочу категорически каждый день ездить на машине, вставить в пробках. Я хочу 20 минут ходить до работы пешком, и я хожу до работы пешком. Я хочу, чтобы ребенок мой, дети мои не шли далеко в детский сад и в школу, потому что это все под боком. И в итоге мы приобрели... В центре. В центре, в далеко не свежем доме. Да, да. Да, в Хрущевке. Но тем не менее, это центр, рядом парки, школы и садики. Да. И вот такая вот история, да. Но одно не исключает другое. Одно не исключает другое. Это не обязательно, говорю еще раз, 25-этажки, это же те примеры, когда она строится по 3-4-5 этажей, то есть это может быть не такое многоэтажное жилье, а вопрос... И вот жалко, что у нас сейчас нет здесь Крутихина с Железно, потому что кардинально разные подходы как раз застройки окраин, там КССК строит многоэтажки, Железно строит малоэтажки. Вот здесь вопрос как раз администрации, то, что она должна быть локомотивом. Они должны регулировать, да? Она должна принять правила игры. Если я хочу на окраинах малоэтажку, среднеэтажку, я ставлю такие регламенты, по которым строители будут здесь строить. На сегодняшний момент это все отдано на откуп больше застройщику. Естественно, здесь каждый застройщик свою стратегию, свои возможности производственные реализует. Прибыль. Прежде всего у бизнеса прибыль. Давайте начнем с того, что в уставе каждого предприятия коммерческого написано это извлечение прибыли. Социальных вопросов в устав мы даже в силу нашего гражданского кодекса записать не можем. Почему тогда... Бесчеловечное законодательство. Почему тогда, Дмитрий, возникают такие разные стратегии у застройщиков? Какие-то берут на себя обязательства и даже сами инициируют строительство детских садиков, школ, вкладываются вот в это, дорог, подъездных путей и остановок, а какие-то говорят... Нет, мы тут воткнули эту свечку, а вы будьте любезны, это не наши обязанности, город, сделайте все. Ну, это вопрос стратегии поведения на бизнеса и насколько ты свой бизнес видишь на 5 лет, на 50, на 100 лет, да, то есть вот... Но цель остается одна и там, и там, извлечение прибыли. Извлечение прибыли. Вопрос, как этой цели добиваться, вот это как раз занимается каждый руководитель, каждое предприятие по отдельности. Здесь одного точно шаблона не будет. А у вас ощущения сейчас какие, да? У нас, вот как говорил Павел Шахалеев, тренд сломался, и очевидно, что люди и рублем голосуют за те девелоперские компании и за те микрорайоны и дома, где социальная ответственность бизнес взял на себя и строит сам инфраструктуру.
или нет, мы все равно будем жить вот в ситуации, когда множество застройщиков будет строить дома без инфраструктуры, потому что это позволяет им и законодательство, да, ну и как бы и логика. Или все-таки нет, все-таки действительно все теперь уже компании там перестраиваются. Вот и вы же раньше не строили встроенных садиков в своих домах. Тренд появился новый. То есть можно делать еще и вот так. Да? То есть у потребителя появилось больше возможностей выбора. Вот что потребитель сейчас вот делает? А это вопрос на потребителю. Вот потребитель сидит напротив нас. Что, то есть, что вы хотите узнать у потребителя? Да. Я выбрал инфраструктуру. Но у кого-то есть и другая потребность. И почему мы должны за него решать, что ему выбирать? Я думаю, что вот таких потребителей с каждым годом все будет становиться больше, больше и больше. И, которые не думают сегодняшним днем, да? Да. Которые думают о перспективе. То есть не думают не то, что где я сегодня буду спать, а где будут учиться мои дети, куда я послезавтра пойду на работу. Поэтому вот, когда тренд у потребителя будет меняться, застройщик будет вынужден следовать либо этому тренду, либо просто уйти с рынка. Причем уходящих с рынка мы уже видим. Прервемся на полторы минуты и продолжим наш разговор о перспективах развития Кирова, центра его и окраин. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается наше общение. Дмитрий Сергеев в студии, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат Заксобрания Кировской области. И к нам за 10 минут до окончания эфира присоединился Юрий Анатольевич Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Юрий Анатольевич, добрый день. Да, добрый день. Да, добрый день. Спасибо, что вышли на связь. Давайте сразу к делу. Не будем напоминать, кто такой Илья Заливухин. Вы были на этой как раз-таки сессии на Урбане. Ваше мнение. Сегодня мы подробно обсуждаем доразвитие. Центр или окраины. Центр или окраины, да. Можно ли уплотнить центр и как это сделать? У меня такое ощущение, что вы немножко иной точки зрения придерживаетесь. Я сужу просто по опыту деятельности компании «Железно». У вас все-таки не центр в основном, да? Поясните, пожалуйста, вашу позицию. Ну, у нас действительно в основном центр, мы застраиваем окраины. Вот, с чем я не согласен, я поддерживаю концепцию, что город должен строиться по принципу более плотный центр и более разряженные окраины. В общем-то, в этом формате мы строим пригороды, потому что этажность там от 5 до 6 этажей в среднем. Угу. Вот, что касается темы уплотнения центра. Проблема в том, что в нашем случае, в городе Кирове, уплотнить центр очень сложно, потому что те программы, которые работают в городах типа Москва, Санкт-Петербург, когда в том числе и муниципалитет финансово помогает расселять эти объекты, либо цена квадратного метра позволяет расселить малоэтажное жилье и построить на этом месте более плотное, высокоэтажное, то в городе Кирове это очень слабо, скажем так, вяжется с текущей ценовой политикой. А выход есть, условия, при которых мы тоже сможем пойти по этому пути в рамках Кирова? Ну, это участие в муниципальных денег, на мой взгляд, это первый формат. Второй формат – те проекты, которые сейчас можно реализовывать без расселения. Это, например, микрорайонные речники. Это действительно центральная часть города Кирова, с одной стороны. С другой стороны, она не застроена. И при достаточно разумных затратах позволяет вовлечь ее в достаточно большой деловой оборот. Что касается промышленных зон в центре Кирова, которых много, как выяснилось, да, вот мы сталкиваемся с тем, что их много. Заброшенных, они накладывают ограничения на зоны там определенные. Да, есть развивающиеся, а есть абсолютно заброшенные. С этим надо работать. Ну, безусловно, надо, но, опять же, говорю, идеальная история, когда сам бизнес может поспособствовать такому переселению. Когда цена земли стоит того, чтобы вывести отсюда промышленное предприятие, построить ее на новой локации в пригороде, а эту землю вовлечь в оборот и компенсировать те затраты, которые связаны с переездом данного предприятия. Цена земли должна быть низкой? Нет, наоборот, стоимость земли или привлекательность для девелопера этого земельного участка должна быть очень высокая. Но тогда экономически целесообразно переселять его за город. Ну, это промышленное предприятие. Но город-то должен как-то, как этому способствовать? Что он может сделать? Ну, первое, что может сделать город, это обеспечить новые локации, в том числе для
промпроизводства инженерными сетями, инженерным обеспечением, то есть дороги, коммуникации, ресурсы. То есть если у нас появятся некие локации, которые будут приоритетно развиваться как производственные площадки, то это, опять же, станет интересно для бизнеса. Еще одна история – это создание неких льготных экономических зон, так называемых. Много в России программ, в которых можно поучаствовать. Это промплощадки, это там свободные экономические зоны там, и прочие истории, в которых создается налоговый режим, который будет, опять же, привлекать предприятия переселяться из центра города в эти локации. Спасибо. Юрий Захаров, спасибо. Гендиректор девелоперской компании «Железно». И Юрий Анатольевич прямо озвучил то, что в процессе вот сейчас обсуждения промзоны у меня тоже в голове проблеснуло, что вот мы начали с этого обсуждения с вами, Дмитрий, и про промзоны, какое количество их тут осталось, и что с ними делать? С ними никто ничего не делает вообще. Они вот стоят и стоят. В общем, если простым языком сейчас подытаживать, и одновременно, переселять Володя, промзоны, и одновременно, условия, Володя, да? Вот эти промпарки, которые из 5-3 у нас закрыли. Да. Вообще никто в эту сторону не думал, что город принимает решение предоставить там, вместе с областью, там, проанализировать эти производства, предоставить им максимально льготные условия для выезда. Не так, кстати, далеко, вот недалеко от Кирова есть потом промпарк, да? Ты сейчас в какую сторону показываешь? Туда, на восток? Туда, за Старый мост, да. Да. И таким образом эти производства из города вывести, очистить территорию для застройки и для социальных учреждений и обеспечить город вот максимальным количеством площадей, которые могли бы освоить девелоперы. Что вы думаете, есть здесь рациональное зерно, Дмитрий? Это вопрос, наверное, экономики в большей степени, а не какого-то конечно, политического решения. Да? Но, есть, но без политических решений у нас ничего не бывает. Здесь... Ну, есть предприятия, которые уже просто на сегодняшний момент не существуют, а промышленные территории остались под ними. Да? То есть у нас еще этот, как бы скажем, пласт не освоен. Угу. Не говоря уже, это следующий, наверное, будет шаг, это когда мы будем уже переводить действующее производство. Угу. Но делать это надо? Ну, я думаю, что это, опять же, вопрос времени, вопрос тренда. То есть этот тренд задан, то есть он будет дальше продолжаться. Вот это один тренд, а второй вы начали с Володей обсуждать в перерыве по поводу реновации. Да, вот сейчас просто Юрий Анатольевич говорил, и у меня еще более навязчиво в голове крутится этот термин реновация. Это как раз один из элементов, когда можно использовать бюджетные денежные средства на преобразование территории. Мне кажется, это соприкасается. Закон будет приниматься в Госдуме, но Кировское заксобрание этот закон поддержало. То есть будет реновация. Я надеюсь, федеральные деньги или какие? Пока четкого механизма нет. Но там сейчас наверное, в любом принимается случае. Механизм, но вот как бы я это видел, скажем, в перспективе. То есть это механизм направлен на решение проблем расселения из ветхого аварийного жилья. И на эти решение этих проблем все равно бы федерация, наверное, будет выделять денежные ресурсы. Но при софинансировании региональных муниципальных бюджетов, а также увеличении небюджетных источников, коими могут являться девелоперы для того, чтобы освободить территорию. Когда мы с вами сегодня за 2 часа обсудили множество вопросов и аспектов, вот сейчас, глядя на ресурсы, которыми и на данный момент обладает город, но не используют, у меня сложилось ощущение, что у Кирова ресурсов полно. Для того, чтобы развиваться как современный город, предоставить возможность девелоперам развивать город, развивать инженерные сети, обеспечить прекрасным жильем, социальной инфраструктурой, зелеными каркасами и прочим. Просто это не используется грамотно. Просто нет понимания, что мы делаем, потому что нет стратегии развития. Вот. Есть где? Ресурсы-то есть. Есть. Есть кому? А все есть. А все ли упирается в деньги? Не всегда. В нашем случае. Когда есть идея, когда есть механизм ее реализации, деньги искать гораздо проще, чем когда у тебя нет понимания, что ты будешь делать завтра, послезавтра. Mm-hmm. У нас нужна стратегия не на завтра, послезавтра, а лет на 10-15, а может быть и 50 вперед. А еще у нас говорят, дайте нам денег, мы стратегию тогда разработаем. Да. Это неправильно. Это неправильно. Телега впереди лошади получается, а лошадь – это стратегия. В общем, 2 минуты для того, чтобы подытожить. У нас опять созрел пакет, видимо, каких-то предложений в адрес муниципальной власти. Подытожим, да?
Нам нужны правила землепользования и застройки, они чтобы есть? Они не были ориентированы нет, на правила. Сегодняшний они день, есть, а чтобы они на перспективу да. Да, не работали. Нет, правила – это не то, что перспектива, но это то, только. Что действует сейчас. Нам нужен четкий, красивый, перспективный генплан. У нас должна быть стратегия развития стратегия. Города. Генплан – это составляющая только, это механизм. Точно так же, как и правила землепользования. Так. Стратегия развития города, которая, вот мы же зачитали, которая включает в себя несколько вещей. И, кстати, первый ставит – это социальная стратегия. Вот социальная. То есть люди во Кто главе. Кто эти люди, которые да. здесь угу. живут? Что, сколько этих людей будет, каковы у них потребности, где они будут работать, учиться, рожать, отдыхать. Из этого мы исходим. Правильно я понимаю? Абсолютно. Еще вот. Продолжайте. Или все проговорили. Дальше мы говорили уже. От этого идет экология и инженерная система и стратегия. Дальше транспорт и зонирование. Зонирование очень важно, мы об этом говорили. А дальше уже весь инструментарий, о котором мы говорим. Ну, экономика и управление. А дальше уже весь, Володя, инструментарий. Правила генплан как инструмент планирования. Только инструмент. Генплан, фонды, средства федеральные, муниципальные, инвестиционные и прочее. Это инструменты. А у нас нет вот головы. А руки, ноги... Ну, давайте уж не будем на такой печальной ноте. У нас головы нет. Есть у нас голова. Да? Просто на ней, наверное... Я иногда сомневаюсь. Кое-что лишнее, может, в ней... Чтобы есть, лапша. Бродит, может, ее как-то повыкидывать это все лишнее и более конструктивно сосредоточиться на тех вещах, которые мы сегодня обсуждаем. Ну, в общем, смотрите, это хорошо, что мы вообще это теперь обсуждаем. И слава богу, что в эти обсуждения вовлекаются теперь и бизнес, и общественность. И люди начали думать об этом. Потому что вот вы же отметили, что люди тоже начинают менять тренд и голосовать. И понимать... рублем. Потребители начинают голосовать рублем. И они-то как раз свою стратегию стали, несмотря на любое состояние страны, свою стратегию долгосрочную выстраивать. Люди хотят жить, понимая, где они будут и как они будут жить через 3, 5, 10 и 20 лет, и их дети тоже. И это очень важно. Будем продолжать обсуждение всех вопросов, которые были подняты и на урбанистическом форуме, и которые мы поднимаем в процессе дискуссии здесь, в нашей программе «Урбан». Я думаю, что ближайшую программу «Разворот на бизнес» мы так или иначе тоже с городом будем связывать. Это будет следующая среда. А сейчас благодарим нашего гостя Дмитрия Сергеева, генерального директора строительной фирмы «Маяковская», депутата законодательного собрания Кировской области. Кстати, «Урбан-форум» открывал, в числе прочих, Владимир Васильевич Быков, председатель ОЗС, который сказал, что мы, как законодатели, будем поддерживать законодательно ваши решения и готовы менять нормы и правила. Вот ведь, а? Все правильно. Да. Заканчиваем программу «Урбан». Владимир Сметанин, Светлана Занько. Сейчас будут новости, тематические программы и реклама. А в начале следующего часа замечательный совершенно у нас будет гость Джульетта Кьезе, итальянский журналист, в интервью. Программа о городских проектах.